Всем привет! Приветствую всех подписчиков и пользователей моего канала. И сегодня на обзоре я представляю монету Ямайки, $1, 1991 год. Монета подобного типа чеканилась с 1990 по 1993 годы. В 1994 году ее заменила другая монета семиугольной формы из стали, покрыта никелем. Эта же монета сделана из сплава нейзильбер, сплав никеля, меди и цинка. Давайте рассмотрим монету. На аверсе монеты изображен национальный герб Ямайки. Подробное описание герба в предыдущем обзоре на доллар Ямайки 2003 года. Внизу надпись номинала ОНЕ доллар и год чеканки 1991. Вверху монеты надпись страны Ямайка. Сейчас перевернем монету на реверс. У этой монеты соотношение между аверсом и реверсом 0 градусов. Ориентация медальная. На реверсе монеты изображен сэр Уильям Александр Кларк Бустаманте, национальный герой Ямайки. Вверху надпись «Excellent Александр Бустаманте», «Великолепный Александр». Внизу национальный герой, надпись. Александр Бустаманте взял псевдоним Бустаманте в честь испанского капитана, который помог ему в юные годы, отвез его в Испанию, и там Бустаманте учился в школе, также закончил испанскую королевскую академию, после чего возвратился в Ямайку. В 21 год он эмигрировал на Кубу, где работал полицейским. Также он работал в Панаме кондуктором, в Нью-Йорке диетологом. В 1934 году возвратился на Ямайку, где начал заниматься торговлей недвижимости. В 1938 году, после ряда беспорядков и демонстраций, где он брал активное участие против колониального режима, он создал свой профсоюз промышленных и рабочих, который был назван в его честь, промышленный союз Бустаманте, сокращенно ПСБ. Был дважды арестован, сидел в тюрьме с 1940 по 1942 год. Но несмотря на это, в 1944 году ПСБ насчитывало 37 тысяч членов, которые добились изменений в законодательстве о труде. В 1943 году он создал свою лейбористскую партию Ямайки, в которую вошло большинство членов ПСБ. Впоследствии он стал лидером лейбористов Ямайки и также одним из влиятельнейших личностей страны. В 1947-48 годах был избран мэром в Кингстоне. С 1953 по 55 годы был первым министром страны, что было равносильно главе правительства страны. В 1962 году, после приобретения независимости Ямайки, его партия выиграла на выборах, и он стал премьер-министром. Был министром до 1967 года. В 1965 году, после инсульта, он отказался от активной жизненной деятельности и реальной властью политической владел его заместитель. В 1967 году пошел в отставку. В 1977 году, после своей смерти, он был похоронен в Национальном парке героев в Кингстоне. Его заслуги и награды. В 1955 году за свою активную политическую деятельность он был удостоен высокой оценки университета Фирфилда. В 1964 году был членом Тайного совета Соединенного Королевства. В 1966 году получил
почетное звание доктора юридических наук университетом Вест-Индии. Также в этом году был удостоен ордена, высокого ордена блестящей звезды Китайской Республики. В 1967 году был назначен кавалером Большого Креста Британской империи, а в 1969 году стал членом ордена национального героя Ямайки. В его честь названа ямайская конфета, которая называется «Костяк Бустаманте», сделана из стертого кокоса и темного коричневого сахара, доведенная до твердой консистенции, как говорят, что соответствует твердости характера Бустаманте. Также его портрет изображен на монете Ямайки номиналом $1, которая сейчас перед нами на экране. Эта монета отчеканена на монетном дворе Лантризант Великобритании, диаметр 23,8 мм, толщина 2,64 мм, гурт монеты рубчатый, вес монеты 9 граммов. Нумизматическая стоимость монеты зависит от состояния и места покупки, составляет от 25 до 35 гривен или от 70 до 100 российских рублей. В интернете фигурирует цена до 149 рублей. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.